Когда пустеют музейные залы, сюда приходят эти люди. Они следят за здоровьем картин, ведь картины стареют и, бывает, болеют. Надо поддержать их жизнь, беречь от неумолимого времени. 40 лет существует реставрационная мастерская при Саратовском художественном музее имени Радищева. Здесь не спешат. Реставрация длится иногда годами. Тонкое мастерство и терпение, терпение. Через руки Владимира Алексеевича Солянова прошли полотна великих художников Сурикова, Серова, Левитана. В таком виде работа советского живописца Малютина поступила в музей. Такой она стала после реставрации. Только тогда реставратор действительно мастер, когда он сам художник. Владимир Алексеевич Солянов готовится к персональной выставке своих работ.